Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок, секретов и отсылок в нашей всеми любимой интернет-паутине и на вашем персональном компьютере. Ну вот и вышел третий выпуск интернет-пасхалок, так что давайте сразу же будем начинать. Следующая моя благодарность за предоставленную пасхалку будет адресована для подписчика под ником «Немое прохождение игр». Если на всеми нам любимом сайте youtube.com в поисковой строке набрать на английском языке слово «Ponies» и нажать «Поиск», мы увидим, как по экрану начнут бегать замечательные разноцветные пони. Не правда ли великолепно? Следующая пасхалка находится на сайте www.dorogo78.ru в самом низу страницы. Там находится изображение перекрестка с автомобилями, и если кликнуть три раза по каждому из светофоров, мы увидим следующее. Третья пасхалочка. Заходим на сайт superperevod.com.ua. Видим самолет, который как раз в данный момент находится над Атлантическим океаном. И сразу же кликаем по нему. Идем далее. На странице сайта aw-moskovsky.ru справа внизу есть флешка. Наводим на нее курсор и кликаем 10 раз пультом по телевизору. И снова возвращаемся ко всеми любимому сайту youtube.com. В поисковой строке набираем на английском «As the Force Look» и жмем «Поиск». Тут-то нам и предоставится полная возможность ощутить всю силу джедая. На сегодня это была последняя интернет-пасхалка. Не забываем поставить лайк и подписываемся на мой канал. Также я жду ваших комментариев и предложений по поводу того, как мне еще улучшить свой канал. Шлите пасхалочки из игр, фильмов и интернета мне в личку. И я не забуду вас упомянуть в следующем видео. А на этом все. До скорых встреч. Пока!